Уродскому бизнесу уродское здание. Надо смотреть в оба. Елена, я подключилась к компу. Загрузка пошла. Я тут просматриваю кое-какие файлы. И что там? Скажем так, никто не учил Макея чистить историю браузера. Погоди. Дани, я нашла расписание. Похоже, у Макея назначена встреча в офисе. Скрестим пальцы. С этого компа все, что могла. Хорошо. Разве это плохо? А? Но, барана. Может, так и есть. Привыкай, потому что впереди еще много месяцев. Так по мне, это гонка. Разве это плохо? Это точно. Они действительно облажались. Но, Паранада, она столько трудилась. А нам-то с чего расслабляться? Вот не надо мне про наполовину молнии стакан. Коня, с этого компа у меня есть доступ к куче файлов и к системам здания? А мне-то что с тобой? Я не очень дружу с компами. Да ну.
Сейчас. Найди, живо! Там, помощь! Ты понял? Гарсон! Найди, живо! Что за ты? Блять, так хорошо шло. Может быть, уборщика надо было тогда тоже Елена, я подключилась к компу. Загрузка пошла. Я тут просматриваю кое-какие файлы. И что там? Скажем так, никто не учил Макея чистить историю браузера. Погоди. Дани, я нашла расписание. Похоже, у Макея назначена встреча в офисе. Скрестим пальцы. Хорошо. Только сейчас дошло. Пони, найди.
Нет, не так. Надо его все-таки втихаря валить этого. Он очень глазастый. Не получится его обойти. Спать, Дани. Елена, я подключилась к компу. Загрузка пошла. Я тут просматриваю кое-какие файлы. И что там? Скажем так, никто не учил Макея чистить историю браузера. Погоди. Дани, я нашла расписание. Похоже, у Макея назначена встреча в офисе. Скрестим пальцы. Можно, кстати, попробовать и Павелу. Красивого. С этого компа все, что могла. Хорошо. А мне-то что с тобой? Я не очень дружу с компами. Да ну.
Сейчас. Сможешь не впускать Сальдадос, пока я там? Будет сделано, Дани. А где конференц-зал-то? Наверху, вон там. Мощная флешка. Ну уже. Здравствуй. Как твои дела, рюкзак? А ты как думаешь, сраный янки? О, сраный канадец вообще-то. В отличие от американцев, мы извиняемся, вонзай нож. Чё пришла? Отомстить. Ты убил моих друзей. Ясно. А мозги у них вытекли через уши или через нос? Нет, погоди, не спойлери. Запись посмотрю, как уложу засранца. Мое почтение за Бенитоса, кстати говоря, удружили. Я как раз беседовал с Кастильо, когда увидел, как вы, животные, вешаете ее прямо в телефоне. Это было жестко. Ты следующий. Взглянем правде в глаза. Ваша страна отстает от всех лет на 7. Не мешали бы вы, людишки, нам с Кастильо, уже были бы страной первого мира. Вот так. Людишки. Чувствуется любовь. Господи, пойми, я видел кучу повстанцев и говностран типа Яры. Ничего личного, пришел твой черед, так что крепись, потому что к тебе направляются очень крутые ребята. Супер! Что это? То, что поможет мне стереть тебя в мелкий порошок. Нас что, взломали? Увидимся, Маккей. Ах ты, тварь! Я пошла. Чёртов их это будто. Ладно, сведения о производстве яда организованы Маккеем и Костей у меня. И что дальше? Судя по файлам, завод и трубопроводы очень важны для Маккея. Он тратит большую часть своих ресурсов на их защиту. Ха, так похерим их. С чего начнем? Решать тебе. Встреться со мной на складе пиломатериалов Валера или с Фартовой на заводе Кардоса.